Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Чисто случайно получилось вот это видео, потому как много уже было снято, «Синяя гора» и так далее, видеороликов. А сегодня мы просто ехали на обелиск, к обелиску Чекана-Валиханова. Ноябрь, день рождения Чекана-Валиханова, нашего земляка. Вот, и очень большой материал уже практически готов, а вот только решили мы именно вот в осенний такой ноябрьский день как раз побывать на обелиске и сделать видео. Ну а пока, в общем-то, вот ехали, попали вот на ремонт этой дороги, да, 720 с чем-то миллионов. Ну, дорога, ну, сами посмотрите, в общем-то, потом. Ну, конечно же, ну, как мы и думали, в общем-то, что примерно такое и будет. Вот мы сюда вот ехали, да? Подробности будут в следующем видео. Это я кусочек просто показал, да? И потом мы вот спустились снова обратно, начали возвращаться, ну и уже пристально посмотрели на дорогу, на трассу Новопавловка-Кушмурун. А так вот. Ну да, как делают, так и есть. Семь. Шесть, наверное. Шесть, наверное. Он вот рассыпется весь, вот он, вот халтура, вон он, что-то всего будет. Да? Эх, 720 миллионов. Ну что, нормально. Пойдет. Вон. Ничего страшного.
Скорее всего. Вот, а сегодня 5 ноября 2020 года. То есть уже 2 месяца, как уже все должно быть выполнено. Ну, вот еще, наверное, 10-9 километров. Наверное, думают, что по морозцу вот асфальт лучше ложится, наверное, да? Ну, что и предполагалось. Сомнительный был проект, в общем-то. Если наш Кушмурун, он полностью не имеет асфальта, ну, одна улица там, да, и то такое, в общем-то, то, видите, вот сюда, село, где меньше 1000 человек, да, из нашего райцентра, то есть нет бы в райцентр Карасу делать, нет, туда не делает, вот сюда. Ну, и вот так затянули, да, и вот смотрите, что происходит. Говорит, забраковал там проверяющий какой-то, говорит, забраковал часть, говорит. Чё, съедь, а то... Ну, что, вывалили-то? Он на следующий. Да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 КАМАЗов, блядь. Он вываливает, да? В ночь, а чё там, в каком она состояла? Непонятно. Непонятно? Там легковуха и там это самое. Не знаю. Ну, техники прилично, в общем-то. Укладчик. Это. Угу. Каталки у нас. Главное, вот что поражает. Вот 30 лет Кушмурун требует буквально, да, улица Ленина хотя бы асфальтировать. Она же была в асфальте, что с нее сделали, непонятно. И ничего. 30 лет больше, ну, я говорю, независимости 30 вот будет, да? А здесь за несколько лет там вот бабульки собрались, давай, бай, у нас некуда выехать, это самое. Все, 720 чем-то миллионов. Почти миллиард. Понимаете? Там 1000 населения. А у нас, ну, у нас, наверное, 1007, наверное, есть, да? У нас же в дерьме дороги, у нас же невозможно. Весна, это все. Капец. И вот такое отношение. Что тут можно подумать? Вот насчет этих 700 миллионов. Я только думаю то, что и вы думаете. При этом были попытки вот это вот все асфальт вести летом еще, да, по вот этой вот единственной нашей, да, асфальтированной дороге. Когда сами мы, жители, остановили вот это все, но знак стоит на входе, а все равно продолжается. Вот сейчас, да? И смотрите, страдают наши жители. Почему не побеспокоились, если на то уж пошло, да? А объездной дороги? Почему кушмурунцы должны страдать вот из-за этого? Вот эти проблемы для чего? Это все деньги. Все это деньги. Все это. Это там ущипнули, там, вот здесь, от нас. И все.
Куда смотрит полиция районная, да? Вот она у нас мотается. Ну, встаньте, вот это пока они водят. Оградите вот Кушмурун от вот этого беспредела. Ведь это ваша вина. Это вы не доработали, да? До 30-го не сделали, в общем-то. И вот это все, это ваша вина. То есть одних вот полиция дорожная может оштрафовать, поймать, да, там наказать, в общем-то. А вот заезд под знак, ну, вот крутой компании, да, ну, тут, конечно, 720 миллионов, конечно, тут, ну, кто бы сомневался, да? Они все, что захотят, могут. Они и смеются, водители. Им жители говорят, вы ж нам вот заборы тут, все, грязью это самое. Они смеются. А вот сейчас пойдет видео, как жители, мимо которых вот это все, вот, какая уже неделя идет, да? Вот это вот тяжелотонные, в общем-то, многотонные КАМАЗы, да, везут вот этот асфальт. Что у них вот происходит? Вот посмотрите, да? Ну, а это видео добавляю как раз к этому же. Вот с асфальтом идут по нашим улицам, то есть по центру им запретили, а здесь вот, как говорит наш аким, его попросил Тименов, акима Уликольского района, чтобы хотя бы вот здесь вот разрешил, да, потому что, ну, не успевает, не вкладывается в сроки типа того. Ну и я попросил, что, ну а как вот людям-то, вот сейчас вот подморозит, и как выезжать из дома, там никто не выйдет. Вот многие, у кого машины, вот по таким, вот что вот здесь будет. Чтобы они как бы за собой потом прошлись. Ну, не знаю, как это получится, но аким пообещал, что поговорит с дорожниками и по окончанию, как бы вот там, где они колею накатали, как бы пройдутся. Ну, будем смотреть, будем контролировать. Вот как-то так. Но прогредировать обязательно нужно, потому что это наши жители. Дорогу-то делают для Новопавловки ключевого, а проблема у нас, у нам-то дорогу как бы никто пока не собирается делать. К сожалению. Ну, хотя поживем, увидим. Все вот так вот. Вот такое видео получилось после нашего путешествия к обелиску Чеканова-Алиханова. Будет материал следующий, именно будет по Валиханову, по Кирову, по местам, где он в детстве бывал, рисовал и так далее, учился, в общем-то. Вот все. Ставим лайки, подписываемся, пока-пока. Это вот видео должен был я закончить вот этим видео, да? А вот буквально сейчас, да, мне прислали еще несколько видео. Там вообще кошмар, и уже тут, знаете, возмущение вырастает до небес. Вот оно отношение, знаете, вот на чем-нибудь там сэкономить, ну, на людях сэкономить, да? Вот на объездной, да, объездной не сделали, ну и хрен с ним, блин, по Кушмуруну проедем, зато мы сэкономим там 10-20 миллионов, да, нормально, нормально, кому пойдут? Да, наверное, уже и пошли. Можно догадаться, собственно говоря. Вот еще видео пришло жительница, да? Говорит, может так, говорит, совпало, не знаю, никто, все молчат, да? Вот, что водопровод был нарушен, да? Вот начали ездить, да, вот эти самые. У нас, говорит, водопровод был нарушен. Знаете, после вот этих видеороликов вот я для себя решил, что надо вот здесь запрещать, а пусть они идут по асфальту, по центру, пока в Китае. Разрешить, пускай идут там, но не здесь вот людям пакость делают. Да-да, а что жалеть-то в Китае? Пускай там и едут, да? Все, пускай там им нахрен всю сломают, в общем-то. Ничего, не было дорог, и эти не дороги. Ну, вот это вот детвора, вот это все будет, вот это вот. Они же здесь ничего не приведут в порядок за это.
беспредел. Вот как так может происходить, я не знаю. Кто-то зарабатывает, а кто-то вот это вот, да? Видите, вот не пройти, не проехать. И так у нас было все убитое. Убитое все было и есть. Но вот это добавлять, вот это, нет, так дело не пойдет. Куда смотрит? Ну вот, понимаешь, нормально, все, красота. Это ж несколько метров, да, вот ребенок выбежит, да, и вот попадет под вот это. Вот такая вот печальная картинка. Нет, в этом государстве, наверное, ничего уже не сделать. Ну как вам понравилось за 720 миллионов такая вот дорога? Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока.